Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, как поступить? У меня плавающие выходные дни, у моей девушки суббота и воскресенье. Ей плевать на мои выходные, учитывая, что я ей говорю, когда они у меня. Такое ощущение, будто она желает, чтобы я уволился с работы. Я понимаю, что работа продавцом не айс, но это мой первый заработок на начале пути. Как поступить? Попробовать найти другую девушку, которая, надеюсь, поймет мои обстоятельства, или всеми силами добиваться субботы и воскресенья выходными? Ну, наверное, вам нужно как минимум исходить из своих чувств и контекста взаимодействия с девушкой. То есть если ваши отношения с ней для вас имеют значение, если взаимодействие с девушкой для вас как-то чувственно, эмоционально определено, то как бы стоит это обсуждать, как минимум с ней. И как-то договариваться, потому что я так думаю, что подобная проблема, если можно так ее назвать, существовала с самого начала ваших отношений, и на мой взгляд, как-то вы с этим что-то делали. То есть, как-то вы, у вас получалось существовать. Вот. А потом, да, потом что-то начало меняться, потом что-то начало, вот, так скажем, происходить. Вот, и, на мой взгляд, задача здесь ваша, заключается в том, чтобы попытаться вот понять и разобраться, что изменилось, что вашу девушку перестало устраивать то, что вы работаете вот, по такому графику, как работаете. Понятно, да? Не совсем понятно, что значит ей плевать на ваши выходные. То есть, как бы, что вы в данном случае имеете в виду. То есть, если вы говорите, например, что ей плевать, то, наверное, это
должно как-то проявляться. То, что ей плевать. Вот. Как это проявляется вот, ну, в данном случае, в вашем случае? Как конкретно? В чем? А ведь если там, например, у вас выходные плавающие, ну, допустим, у нее выходные не плавающие, то, соответственно, она не может с вами встречаться в те дни, когда у нее работа, как и вы. Как и вы. Понимаете, да? Поэтому вот как-то здесь, ну, мне, по крайней мере, кажется, что нужно определиться вам с этим. Вот. Определиться с приоритетами, может быть. А то сейчас вот, как будто вы не очень понимаете, ну, в какую сторону хотели бы двигаться, да, и так далее. Вот. А тут момент еще в том, что вы говорите, что вот, ну, искать новую девушку, ну, как бы, вы можете искать. Я не думаю, что это прям проблема. Но если вы готовы отказаться от своей девушки, с которой вы, ну, сейчас, например, находитесь в отношениях, то волей-неволей встает как-то вопрос о том, а насколько вам она дорога. Вот. И постараться, ну, может быть, как-то вот выяснить у нее в первую очередь, что за всем этим стоит. Как бы, да, то есть вот, ну, чего она вообще хочет. Может быть, она смогла бы вам сказать, что ей нужно. Может быть, она могла бы донести до вас то, чего хочет, и то, что она надеется решить если вы уволитесь с работы. То есть, на мой взгляд, без контекста ваших отношений, ну, без вот, без понимания того, какая у вас может быть проблематика, да, как и у вас в целом,
взаимодействия. Вот. На мой взгляд, как-то вот достаточно сложно будет ответить вам на вот вопросы, которые вы задаете. Вот. Понимаете, да? Поэтому вот как-то вот мне кажется, что имело бы смысл вам спросить себя, что вы вот как-то чувствуете к, ну, к девушке своей, да, что вы хотите, ну, по отношению к ней, вот, и, соответственно, как это вы могли бы, допустим, реализовать, да, вот, потому что, ну, сейчас вы как будто бы вот сами вот не знаете, ну, по крайней мере, вот. Так это выглядит, не определились. Вот. Да, может быть такое, что, ну, что ваши графики с девушкой не совпадают, может быть такое, что в целом, вот, как-то вот так получается, да, что, ну, что вы, ну, не совпадаете с девушкой по приоритетам своим, по каким-то еще желаниям, вот, то есть это такая достаточно, ну, такое достаточно часто явление. Вот, как мне кажется, часто. И как бы главное это, конечно, не это. Вот, а главное то, что общего между вами. Вот. Поэтому здесь решать, на мой взгляд, только вам, как действовать и как себя вести, это исключительно ваш приоритет. То, что вы спрашиваете нас, как вам действовать, как поступать, говорит о некой неуверенности в себе. Ну, ваши некоторые неуверенности в себе. Вот. И как бы возможно необходимости с этим работать. Ну, вот, с тем, что вы в себе не уверены, вот, чтобы вы могли лучше определиться, вот, с собой, с приоритетами своими, вот, это вполне реально сделал.
в конце концов реально сделать вашу совместную работу с девушкой. Обратитесь вместе со своей девушкой, да, к психологу и разберитесь вдвоем в том, что вас беспокоит. Не думаю, что это будет сильно как-то вот тяжело или трудно. Вот. Здесь зависит от вашего желания. Вот. Возможно, девушка просто не чувствует себя защищенной. Возможно, девушка как-то вот не ощущает себя, так скажем, ну, в зоне комфорта, да, в своей, как бы, тарелке, как говорят. Вот. Может быть так. Потому нужно смотреть на то, чего хочет она, на то, что нужно ей, на ее, соответственно, какие-то желания. Вот, и уже после этого смотреть на то, что вы можете вообще с этим сделать, да, и, ну, и хотите ли вы вообще с этим что-то делать. Вот. То есть не так вот, что вы спрашиваете у нас, как поступить, а чтобы вы как-то вот сами себе разобрались. Вот это, мне кажется, наиболее гуманный по отношению к вам, по отношению к вашей девушке тоже. Вот. Ну, решать в любом случае эту историю только вам. Вот. Для вас никто это не решит. Вот. Я, конечно, чувствую некоторую обиду с вашей вот стороны, как мне кажется, и, соответственно, очевидно, что какие-то моменты вы себе, может быть, подавляете. Ну, о чем-то вот своей девушке вы, вероятно, не говорите. Ну, а стоило бы сказать, стоило бы это выразить. Для этого как раз ее нужен третий человек, для этого нужно третье лицо, чтобы помогло вам выйти на контакт. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи!